кормить на дом собаку. На работу. Да. Ну да, на работу ходят, например. Чечерина 45, да, на место. Она ходит на работу. Продают дома. Которая в офисе работает, как мама. Это тот, который продает квартиры. Это тот человек, который разбирается во всей недвижимости. Это тот, кто продает квартиры и показывает квартиры. Управляет городом. Это такая больница. Когда ты купил квартиру не до конца. Это чтобы купить квартиру. Это то же самое, то, что кредит. Ипотека – это деньги на работе. То, что много чего продается. Типа ипотеки, ну, похоже, но не ипотека. Специальная служба поддержки. Будет другая ставка. Я думаю, солнце будет светить больше. Будет то, что ты получаешь квартиру, и у тебя есть на эту квартиру паспорт. Мама будет только... Ну, она не будет так много вас ходить на работу. Ну, мало денег будет. Пью чай, пью печеньки. Они лежат, болтают, храпят. Ну, я думаю, пишут. Отдыхают. Так, кто еще? И директор. Зина Вячеславовна. Валентин Маркович. Заведующий. Где-то 1032. 600 рублей. 10 рублей. 1 до 20 миллионов. 30 тысяч. 10 тысяч в месяц. Думаю, 10 тысяч. Много. 20 тысяч. 105 рублей. Люди, которые богатые. Это те люди, которые работают вместе с тобой, и они твои знакомые. Которые сидят рядом с тобой или, может быть, даже в другом офисе. Это друзья, которые близкие люди. Друг с другом работают. Думаю, это друзья, которые работают с тобой на одной работе. Ну, друзья. Важные друзья. Если они богаты, тогда им можно предложить деньги. И зарабатывать много денег. Новой чистой машины. Я посылала им никогда не боечь и хорошего счастья. Здоровья и счастья. Ну, я бы хотела им пожелать, чтобы они были здоровыми, чтобы они были счастливы в своей жизни, все. Ну, и чтобы данному инвестору везло, и чтобы ему не только 16 лет исполнилось, а чтобы исполнилось все 116.